сильный бой. Касумов был техничнее, хитрее, тактика больше строил. Ну, закономерная победа. Я бы не сказал, что там были в этом бою какие-то яркие такие моменты. Ну, такой обычный спортивный поединок. Вот победил, лучше был Касумов, ему и отдали победу. Ногу пробил я его. Но я смотрел бои, его хороший соперник, достойный соперник был. И настоящий мужчина вышел и подрался очень. Стоит отметить, что практически все бойцы Ахмата в ринге боксировали в одинаковой панчерской манере, стараясь подавить соперника и завершить бой досрочно. Белорусская наша школа, конечно, отличается. Она, наверное, и одна из самых сильных, потому что она содержит в себе разные элементы. И белорусский боец всегда может быть способен эту ситуацию поменять. В зависимости от ситуации поменять технику, поменять тактику.